Не говорите ничего. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Чем ему думать? Европа полна противоречий. Это не каталог товаров, это тарифы на услуги прачечной. Она непредсказуема в своих действиях. Ну опять ты гребешь в другую сторону. И очень серьезная. Чего? Давайте-ка сменим обстановку. Но юмор еще никто не отменял. На, смехота. Конфликтов станет меньше. Вот, я хочу подарить тебе это. Когда начнешь улыбаться. Вы уже час на это пялитесь. Не пора переключить канал? 1 апреля. Европейский юмор на Еврокино.